Всем привет! Мы на канале Своими руками, и сегодня мы с вами будем делать вот такой пышный объемный бантик, выполненный в технике канзаши из атласной ленты. Что нам для этого необходимо? Нам будет нужна лента двух цветов. В моем случае это синий и желтый. Вы можете выбрать по желанию. Также нужна будет линейка, ножницы, свечка, небольшой кусочек атласной ленты любого цвета для основы цветочка и пистолет, клеевой пистолет. Значит, с чего мы начнем? Для выполнения такого цветочка нам необходимо будет сделать очень много лепестков. Лепестки выполняются довольно-таки легким и простым способом, поэтому с них и начнем. Значит, для выполнения лепестков нам нужна будет лента шириной 6 мм. Нам нужно будет нарезать из этой ленты отрезочков. Значит, мы будем нарезать отрезочки двух видов. Первый отрезочек у нас будет 9 сантиметров. И лепесточков 7-8 нам нужно будет выполнить 8 сантиметров для верхушки цветка, чтобы цветок был более объемный, но в то же время эта объемность была без резких переходов. Поэтому берем ножницы и начинаем вырезать наши будущие лепесточки. То же самое нам необходимо сделать и из ленточки желтого цвета, но их будет гораздо меньше, около примерно 20 штук, поэтому будем смотреть, сколько необходимо нам листочков будет доделать. Когда у нас полосочки нарезаны, нам необходимо будет взять свечку. И приступаем непосредственно к изготовлению наших лепесточков. Что нам для этого нужно? Мы берем наш отрезочек, складываем, не загибаем, не перегибаем край, чтобы он получился вот такой пышненький. Держим и прижигаем край над свечкой. Все, вот такой лепесточек у нас должен получиться. Делаем лепесточки, стараемся делать их приблизительно одинакового размера, то есть приблизительно один угол, чтобы было у всех цветочков. Прижигаем над свечой, то есть склеиваем кончики. Стараемся накладывать ленту в одном направлении, я слева направо накладываю. Вот такие лепесточки у нас с вами должны получиться. Те, которые лепесточки по 9 сантиметров, они будут выглядеть чуть-чуть побольше. Те, которые по 8, немножко поменьше. И
другого цвета. Стараемся не перепутать наши лепесточки. Когда лепесточки у нас уже все готовы, вот у нас получились разного цвета и размера лепесточки, можно приступать к сборке нашего бантика. Основу для бантика мы берем просто кусочек ленточки, в данном случае у меня голубая, размером 5 на 5. Из этой ленточки мы должны вырезать круг. Вырезали круг. И аккуратно убавляем края круга. Наша основа под бантик готова. Теперь нам необходимо взять пистолет и начинаем собирать наш цветочек. Для первого ряда вам будет необходимо приблизительно 13 больших лепесточков. Наносим небольшое количество клея на лепесточек. И приклеиваем. Итак, первый слой наших лепесточков готов. Приступаем к наклеиванию второго слоя. Стараемся наклеивать второй слой между лепесточками первого слоя. Таких слоев нужно наклеить 3. Раз, два, три. Затем будет 2 желтых слоя и приблизительно еще 3 слоя синих. Итак, мы с вами наклеили 3 слоя синих лепесточков. Вот такой уже объемный бантик у нас получается. И теперь начинаем приклеивать лепесточки другого цвета. В моем случае это желтые лепесточки. Наносим опять небольшое количество клея и между лепестками предыдущего ряда приклеиваем уже лепестки другого цвета.
мы приклеили 2 ряда желтых лепесточков. Вот такой цветочек у нас получается. Сейчас мы приклеивать будем еще один ряд лепесточки 9 сантиметров. И последние 2 ряда мы будем приклеивать лепесточки меньшего размера по 8 сантиметров. Вот такой цветочек у нас уже получается. Мы приклеили еще один ряд больших лепестков синих, и теперь берем лепесточки меньшего размера и начинаем выполнять серединку. Последний лепесточек желательно намазать с двух сторон, чтобы закрепить нашу сердцевинку. Посерединке его ставим и прижимаем соседними аккуратно лепесточками. Все, осталось расправить наши лепесточки, наш объемный бантик в технике канзаши готов. Вот такие два бантика у меня получились. Эти бантики вы можете использовать для украшения подарка, на ободочек прикрепить, на резиночки или на заколки. Везде этот бантик будет смотреться объемно и пышно. Для примера я вам хочу показать еще один бантик, выполненный в этой технике, но уже из других цветов, зеленый и красный. Значит, он по размеру меньше. Как мы делаем бантик меньшего размера? Во-первых, мы берем основу для бантика меньше, то есть она выполнена на ленточке 2,5 сантиметра, и сами лепесточки я тоже уменьшила на сантиметр. То есть если на этих цветах у нас размер лепестков был 9,8, то здесь это 8,7. Вот такие пышные красивые банты у нас получаются. Если вам понравилось наше видео, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!